запомни имя Асала. Не забывай, как твоя армия у нас сосала. Всем привет, ребята. А перед просмотром данного видео я бы хотел просить вас помощи. Короче, в чем суть? Санти Асала стоит на Lux RP на втором сервере Люксембург. И он на данный момент на респе сидит. Если чё, приходите, мы вас инватим. Я тут 9 ранг, Рома лидер. А также тут играет Мау Дамиана. Мы воюем с разными бандами. И Санти сидит на респе. Я сегодня всего лишь 2 дня играю на этом сервере. И просто существует мой промокод. Хэштег Алик. Если чё, при регистрации вам выдает скиллы на Silencer и Deagle, а при каждом ап-левеле вам выдает деньги. Ну чё, короче, я вас жду. Дальше перейдем к характеристикам моего ПК. Моё ПК где-то обошлось $1200-$1100, примерно так, только я кейс купил, ну там, без монитора и тому подобное. Так, перейдем. Процессор у меня Intel Core i5 7400, 3 ГГц до up 350. Материнская плата у меня MSI H170 Pro. Посоветовали, вроде сказали, нормальные. ОЗУ, RAM или оперативную память, не знаю как там будет. 8 ГБ DDR4. 2133 мегагерца, 500 гигабайтов HDD, ну так, думаю, это нормально, мне больше и не надо было. А видюха у меня MSI GTX 1060. Ну что, ребят, много я говорил, да, типа, будет у меня нормальная ПК, видосы будут выходить почаще. Так, посмотрим, я сдержу свое слово, но зависит от вас. Пожалуйста, поставьте лайков, поделитесь с друзьями с данным видео, скажите типа, вот там Алик, там old school, там или не знаю, старый игрок вернулся в самп и ему надо наша помощь. Зайдите на Lux RP на 02 на Люксембурге. Онлайн весьма неплохой, ребята. Где-то покопился пару каптов, тут, блять, такие про игроки, скиллы, ёма, я выхожу, мне 3 из 3 дают, тут очень жесткие, мне надо свой скиллуху поднять, ёбаный рот, извиняюсь за мат. Вот, семья Сала тут играет, мы часто сидим в РК, если вы зайдете, там, в РК будет в описании, я могу для вас просто создать канал в РК, мы можем там общаться. Ну, под канал или как там правильно, не знаю. Мы часто будем сидеть, мы постоянно, когда даже не играем, мы сидим в РК, общаемся, типа, мол, давай зайдем на сервер, типа, склад зафулим, или там, пойдем вояк потроллим, и там, форму будем одевать, их троллить и тому подобное. Что могу? Требуется ваша помощь, ребят. Да, сильно. Зайдите. Главное, я вас просто умоляю, удалите клёв папку, а перед этим зайдите на сервер. Я не хочу, блядь, чтобы на сервере было читеров, понимаете? Бля, без читов играть намного приятнее. Как удовольствие получаешь от игры. А так, что могу сказать? Я вам помогу с деньгами, как смогу. Не говорю там много денег, ну там... Каждому из вас могу 5 по 10к отдать там на закуп. Вы можете зарабатывать сами на деньги. Тут хаты есть, вы можете там... купить хату, вот я лично думаю себе приобрести хату возле респы рифы, вот, там будет мой дом, ну, там, как было на других проектах, там рядом будет, со мной будет Арам Асала, это 100% мой сосед, мой брат, мой друг. Что могу сказать, требуется сервер, вроде неплохой, ребят, сервер мне понравился, мод удобный, приятный. Лагов не чувствуется на капте, вот я когда лично отстреливался, вот не чувствуется, допустим, что там пинг у того большой, или у тебя пинг маленький, у тебя большой FPS маленький приседает, что попадаешь не считается. Нет, такой фишки тут нету, ребят. Сервер нормальный,
Маппинг мне понравился, такой самый, зайдите, просто оцените, какой маппинг тут лично, чтобы не было там типа пиздоболства. У Алик, да, ты там играешь, будешь там их там пиарить, там говорить все хорошее. Нет, ребят, просто давайте, досмотрел этот видос, да, спасибо, поставил лайк, спасибо, подписался, спасибо, поставил колокольчик, спасибо, зайди, оцени сервер, зайди, посмотри, может что-то тебе не понравилось. Если, допустим, что-то тебе не понравилось на данном сервере, пиши в комментарии, типа, мол, Алик, мне не понравился, допустим, система капта, мне не понравился там ПД, мне не понравился маппинг. Я это все прочитаю обязательно и передам администрации, типа, мол, игрокам вот такое не понравилось, а может вот так сделаем. Короче, на данном сервере, что самое лучшее, что я уже общался с администратором, может вы уже знаете, там на стриме у Санти Асала или на стриме у меня с Гошей. Гоша, я... Извините на русском, блять, у меня с русским, знаете, проблема, короче. Гошу я говорил, типа, Гоша, мол, давай вот так сделаем. Он говорит, типа, да, можно, почему нет? Ну, вы можете свои идеи писать под комментарии, ребят. Я это обязательно передам. Это не пиздоболство, я это передам администрации, мол, что вам нравится на сервере? Что бы вы хотели видеть на сервере? Вы понимаете? Вот, чтоб тут народ собрался, вот. Я буду тут играть. Вы хотели, чтобы... Да, Алик, вернись сам. Да. Базара ноль. Я вернулся. У меня мощный компьютер. Да, мне вполне устраивает. С рендерингом у меня проблем не будет. Самое главное, не буду там ждать 5 часов, 4 часа. Теперь, ребята, все зависит от вас. Если вы меня будете поддерживать в том же духе, то базара ноль. Видосы будут выходить чаще, стримы будут чаще и тому подобное. А перед концом, ребят, я бы просто, пожалуйста, не ленись, ты, который смотришь сейчас на меня и слушаешь. Просто поставь лайк, напиши комментарий, что тебе не понравился или понравился. И поставь обязательно колокольчик, потому что, чтобы ты узнал первым о стриме. Есть такое, когда колокольчик не ставишь, у тебя уведомление не приходит, что типа, мол, этот ютубер там запустил стрим. Всем пока, всем удачи, желаю счастья, здоровья всем, ребят. Зайдите, оцените сервер. Не понравился, напиши в комментарии. Понравился, напиши в комментарии. Я это все прочитаю и все на ваши комментарии буду отвечать. Всем пока, всем удачи, целую, вы лучшие.